снимите повязку. Повязку не могу снять. Вот мы находимся в аэропарке. Так, весово авто. Ну, как обычно, настройки самые обычные. Сейчас попробуем прогуляться. Кстати, с каморкой. Иди. Ты у меня-то не заглядывайся. Да. Надо смотреть прямо в камеру, потому что... Потому, да. Вот хорошо, глазик ловит вот так. Ага. А прыгать не будет? Прыгать будет, знаешь почему? Потому что я не включил стабилизацию оптическую. По-моему, стабилизация оптическая полностью выключена. А сейчас попробуем включить стабилизацию. Давай. Ну а теперь включена вот активная стабилизация. Такое освещение обычное. Мне кажется, что еще и пережженная картинка. Так можно на вытянутую реке нести и прекрасно все. Еще никто не умаривается, ничего, все окей. Поэтому все будет ок. Ну вот это вот активная стабилизация. Самая активная картинка, конечно, крутится. Посмотрим, что будет на посте. Вот это вот вообще без стабилизации, стабилизации никакой. То есть. Массив под елочку. Да. В принципе, вот такое получилось, такие картинки с этой камеры, со встроенным микрофоном. Эти постоянно переглядывают, взгляд делают с экрана на камеру саму. Ну вот это вот с ND-фильтром. Без стабилизации. Короче, надо покупать, наверное, какого-нибудь крана М2, да, потому что камера легкая, в руке она дергается просто. Стопе. Вот так. Такое вот все у нас целое, унылое. Серая, унылая. Вот такая у нас и серая, унылая. Включил ND-фильтр. Сейчас посмотрю, стабилизация включена. По-моему, не включена. Да, стабилизация ни хрена не включена. Сейчас я могу включить вот так. Я все смотрю на экранчик. Надо смотреть прямо в камеру. То есть вполне себе ничего. Можно ходить и с такой вот штучкой, как у меня. Люди на меня смотрят, как на дурака. Ну и по барабану. Ну, вот теперь активная стабилизация. Еще раз, ND-шник одет, стабилизация активная. ND-шник не одет, одет. Интегрирован. Вот это активная стабилизация. А если полная, сейчас включу, будет, наверное, полная жопа.